Ребята, всем привет! Сегодня у нас прохождение игры Red Ball 4. Почему я выбрал эту игру? Во-первых, она супер популярная на YouTube. Второе, это она поддерживает до вот этот у нас геймпад. И третье, эта игра, ну, в целом мне нравится. То есть в нее можно поиграть. Поэтому я пройду всю игру. Здесь у нас, смотрите, сколько глав? 5, я так понимаю. Вот я уже подсоединил и геймпадом все нажимаю. Да, 5 глав. Я только первую прошел главу полностью. Вторую, как видно, на 27 уровне я остановился. Но я пройду все с нуля и опять-таки покажу, как все на золото пройти. Видите, некоторые уровни у меня не золотые. То есть сейчас в этом ролике мы пройдем Green Hills, первую главу, потом вторую, третью, четвертую, пятую. И там, наверное, очень сложно дальше будет. И везде буду показывать, как я набираю золотые медали. Поехали! Пиу! Так, небольшая вставка. Я музыку выключил. Как думаете, почему я выключил музыку? Вот такой вопрос. Кто самый умный, пишите. Пишите в комментах, почему я выключил музыку, оставил звуки. Я думаю, кто-нибудь из вас догадается. И мы не можем тут ничего послушать вначале, потому что нету музыки. Но я думаю, что кто-то из вас догадается, почему нету. Так, хорошо, погромче звук. Поехали. Пам, пиум. Так, собрали монету. Тут надо, короче, собрать все звезды. Ой, что-то очень громко уже. Что-то я переборщил. И убить всех, просто всех. Либо воду сбросить, либо задавить, либо просто одолеть, так сказать. Всего 15 уровней, я так понял, в каждой главе. То есть здесь 15. Или, подождите, здесь даже больше, может, я вот не смотрел. Сейчас посмотрим. По-моему, да, по 15 в каждой главе. Пэм, видите, задавили его, задавили. Это захоронение, кто не знает. Чекпоинты, такие флажки. Если вы умираете, вы появляетесь там. У меня версия платной игры, которая стоит доллар или два. Здесь нет рекламы и здесь нету лимита жизни. То есть, видите, здесь нету лимита вот здесь вот. То есть, и тут рекламу не надо смотреть. То есть, очень хорошая версия. Есть такая же бесплатная версия этой же игры, но там надо рекламу смотреть. Я ненавижу рекламу, поэтому я заплатил 1 доллар или, может, 2 доллара она стоила. Ну, 1 доллар 60 рублей, ну что это так? Большие деньги, что ли, ради такой игры? Такой хайповой, популярной игры. Мне нравятся платформеры вот такие, знаете, поэтому... Хорошая, нормальная игра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не рассчитал я. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, сейчас еще разочек. Придется разогнаться просто. Не прыгнул вовремя я. А по-другому не запрыгнуть туда, кстати. Без разгона никак туда не запрыгнуть. Только если, может быть, врага убивать снизу, да, и потом от него отпрыгивать наверх. Все, пока что золотые монеты у нас. 3 уровня пройдены. Это у нас 4-й, поехали. Так, значит, толкаем эту штуку налево. Так, теперь надо с разгона запрыгнуть. Кстати, игра не самая легкая, если так подумать. Она довольно-таки сложная, эта игра. И бывают намного легче игры. Поэтому я не скажу, что она супер легкая. Подождите, а как надо? А, здесь, короче, надо с распрыжки, да, с разгона. Вот так, смотрите. Вау! Вау! Эй-эй-эй-эй, чуть на него не наступил. Так. Так, сейчас надо проверять, чтобы... Проверяйте у меня, чтобы все золотые были монеты, а то вдруг я там, знаете, не то что-то делаю. Нечестно все делаю, да? Проверяйте меня, а то, может, я сам не замечу и пройду уровень на серебре. Так, здесь надо коробочку эту. Вот сюда, да? И... Оп, он мне, кстати, напоминает этот колобок Supaplex. Раньше была старая досовская игра Supaplex. Если погуглите, найдете ее. Очень похожа на этого персонажа. Supaplex похож очень. Так. Так. Так, пока все нормально. Это какой уровень, я уже не смотрел? 5-й, 6-й уже, наверное. Так, видите, мы его утопили, он сразу все. Погиб, и нам дали очки за него. Так, нам последнюю вот эту вот звезду собрать, и все. Этот уровень, видите, золотая корона у нас. Все, ничего, так нормально идем. Довольно-таки быстро я иду. За 4 минуты я уже вон 5 уровней прошел. Так, здесь надо вот так, смотрите. Блин. А, можно и так запрыгнуть, а я не знал. Я думал, что надо только от врага отпрыгивать. Оказывается, не только. Здесь, кстати, если внизу стоять, тебя задавит эта вот штука. Если внизу остаться, лифт задавит, просто придавит тяжестью своей. Здесь надо вот так аккуратно, оп,
чтобы здесь запрыгнуть по-другому. Хотя, может быть, оттуда можно перепрыгнуть. Не обязательно так толкать. Я вот не уверен, кстати. Может быть, можно и без этого. Так, ну тут мы садимся и едем. И-ха! У-пэм! Land out. Дали мне ачивочку. Хорошо. Давай, давай, двигайся, двигайся. Ну, двигайся. Я просто хочу туда сразу запрыгнуть. Пам. Вот эту коробочку мы сбросим прямо сюда и поедем. У-ху! Yeah! Хорошо. Это у нас какой-то уровень был? 6-й, 7-й? 6-й. Нормально идем, нормально, нормально, нормально. Так, что здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще здоровье, кстати, у меня осталось с предыдущего уровня. Так, подождите, а как туда запрыгивать? Я что-то... А, здесь надо, смотрите как. Здесь по-умному надо. Вот видите, надо вот так вот постоять, а потом... Ух! И прыгнуть. Не так легко. Я думаю, кто-нибудь не догадается так сделать. Так, здесь надо... Так, палку сюда, направо. Оп, хорошо. Так, подождите, не сюда. Не, не-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 не. Во. Эту игру можно на консолях выпускать. Управление аркадное такое, то есть подходит под любой геймпад. Поэтому... Опа, здесь надо было противника убивать и подпрыгивать собирать. По-другому никак. Если противника убили и не подпрыгнули, надо просто в воду прыгать в воду и заново начинать снова. По-другому никак не получить золотую корону там. Подождите, куда он попер? Алло, 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 алло. Оп, оп, хорошо. Пока все уровни золотые. Вы смотрите, вдруг если я пропущу, пишите, какой уровень я перепройду потом. Но я надеюсь, все пройду с первого раза. Ну, как бы, все сразу золотое пройду без проблем. Хотя какие-то уровни у меня вызывали проблемы какие-то. Я не мог понять, почему золотую монету мне, золотую корону не давали. Потому что, ну, очень странно, на некоторых уровнях не дают. Хотя я там всех поубивал и все пособирал, поэтому будет интересно. Это во второй главе у меня такое было. Эту главу я, по-моему, все на золото проходил. Это я не помню, там, может, один уровень только и был не на золото. Но, скорее всего, я все проходил здесь. Так, мельница. Сейчас будем запрыгивать на эту мельницу. Пам. Берем, берем так, и теперь запрыгиваем, чтобы запрыгнуть. Упс, здесь не так легко. Пэм, пэм, чтобы... Все, золото, прошли. Хорошо. Идем дальше. Так, что это он так стоит, не знаю, сидит. Видимо, чтобы его прибили быстрее. Ага. Это я облажался, ребята, сори. Это я облажался. Надо вначале идти сюда, делать вот так. Теперь на этого джентльмена... А, кстати, сейчас его трудно, наверное. Как мне его сбросить? Опа, ну ладно, здоровье потерял. Его надо было сразу на него прыгать, сразу. Было бы легче. Ну давай, 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 толкай, толкай. Все, поехали мы. Так, что здесь? Что здесь такое? Добиваем вот этого. Дальше надо прыгать наверх. Хорошо. Так, что здесь за кнопочки? Что это? Ага. Надо покрутить налево, чтобы повыше запрыгнуть. Ну все, наверное. Запрыгнул. Хорошо, здесь не спешим. Здесь вода, в воде, к сожалению, наш персонаж тонет. Так, 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 подождите. Так, ну тут я уже все. Надо было сразу просто прыгать. Я что-то остановился зачем-то. Подождите, а мне не золотая звезда, не золотая медаль. А почему? А почему не золотая медаль? Мне что-то не засчитали, что ли? Странно. Ну-ка, это был 9-й уровень, сейчас перепройду. Как тут нажать? Меню? Так, 9-й уровень, ну-ка. Я что-то пропустил или что? Почему мне не дали максимально золотую? Я ж вроде все собрал, всех поубивал. За что это так? Почему так произошло? Мне такой первый раз, по-моему, я тут всегда золотую брал, не? Или я где-то просто не знаю. Вот может я вторую звезду здесь не взял просто, вот когда прыгал. Но я вроде как-то прыгал нормально все. Ну, вроде вот так вот я прыгнул, собрал, да.
А, внизу, вот она, звезда. Я как-то просмотрел ее. Сори, ребята. Накосячил. Исправлюсь, все. Больше внимательности. Не буду спешить уже так. Так, тут собрали. Оп. Чувак, ну было все идеально. Я что-то остановился. Тут просто не надо сильно прыгать. Вот так. А что он так прыгнул-то? Чувак, ты прыгай нормально. Во, нормально. Все, золотая медаль. Отлично. Отлично. Это что было? Он сам покатился вначале, я пока вам показывал вот так. Он почему-то начал двигаться направо, хотя я ничего не нажимал. Ой, а тут довольно-таки сложно, можно грохнуться вниз. Так, в воду. Не спешим. Ну блин, ну опять поспешил я. Ну звезду просто не взять уже. Я просто, наверное, надо сразу было прыгать вот так. Оп. Ой, хорошо. Так, ничего не пропустил я, ребята? По-моему, не было там ничего. Одно здоровье. Опа. Все, золотая медаль. Золотая корона. Хорошо. Золотая корона. Буль. Оп. Так, поперли. Давай. Придавили его. Пам-п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 ам. Прыжок. Золотая. Проверила в конце. Золотая корона. Все отлично. И идем дальше. Здесь надо прыгать, да? Да. Только надо прыгать на эту штуку, наверное, ее поближе надо. Вот где-то здесь, чтобы она была. Давайте еще раз. Я в прошлый раз, кстати, плохо прыгнул. Нет, тут надо эту штуку до конца. Она будет ехать и на ней прям прыгать. Аж так не получается как-то допрыгнуть. Может быть, можно, но это надо несколько раз пытаться еще раз. Правильно прыгнуть надо. Хорошо. Ой-ой-ой, поспешил. Ну как же так? Семен Семеныч. Ну опять-таки. Ну что так медленно поднимается-то? Опа, сейчас нормально. Так, ждем. Прыгаем, ждем, прыгаем. Так, ну ничего, мы зато здоровье полностью получили. А то у нас одно здоровье было. Оно переходит с уровня на уровень. Все, золотая корона, проверяйте. Кстати, скоро босс. На 15 уровне босс какой-то уже. 13 уровень, еще 13-14 и будет босс. Так, здесь надо ждать этого чувака. По-другому никак. Ждем, пока он выйдет. И на него сейчас запрыгнем мы. Во. Как так? Ну че? Ну что это? Ну как так? Ну давай. Давай, чувак. Оп! Поехали. Так, здесь я помню как-то... То ли прыгать надо... Да, как-то так. Попрыгать пару раз, она проедет, эта телега. Давай, ну телега, ну... Алло! Хорошо. Клевер, умница. Умница. Я умник. Ой. Это что такое? Двигаться, да? Так, аккуратно. Давай. Колобок. Хорошо. Так, еще чуть-чуть, давай. Давай. Йи-хо! Так, немножко перерывчик и... Оп, можно было сразу прыгать. А сейчас как? Как сейчас? Выжить. Нормально, золотая корона. 14 уровень и босс. Ну-ка. Какой там был предпоследний уровень? Ой. Да надо запрыгивать сразу, наверное, вот так. Ой, а чё ж ты не прыгаешь, а, Red Bull? Ты чё не прыгаешь-то? Он не хотел прыгать. Я нажал нормально. Он еле прыгает, чё за бред? Надо раньше прыгать, я так понимаю. Он типа вниз падает уже. Или с разгона надо прыгать. Да, вот так вот. Так, здесь, по-моему, можно это вот так выкатить, да. Только подождите, вначале надо эту палку тащить. Давай сюда. Оп, хорошо. А что дальше? Так, убьем его вначале, а потом уже... Зачем убивать? Мы его придавим. Зачем вообще время тратить? Мы берем вот так. Так. И
Давай, 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 чувак. Давай, 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 давай. И-я! Бью! Сори, чувак, извини, но это игра. Ничего личного. Ух, а тут как аккуратно надо прыгать-то. Оп, оп. Все, золотая медаль. Ой, босс написано. Все, погнали. Босс вообще сложный. Я постоянно фейлюсь на нем. Давайте попробую хорошо пройти его. Кстати, тут золотая медаль, наверное, можно получить. Золотую, не? Так, сейчас. Раз. И... Опа! Сейчас он снова. Опа! Сейчас снова. Оп! Блин! Плохо, плохо. Давай еще разочек. Плохо прыгнул. Плохо прыгнул. Так, это сейчас будет вторая фаза. Он будет вот так вот бить и мелких призывать. Вот за них золотую медаль можно набрать, по-моему. Да, видите, пошел статус. Так, сейчас он снова налево. Нет, он еще ударит. Так, двоих теперь. Ай-яй-яй-яй-яй, куда же я спешу? Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Еще сейчас таких вот. Ох, ох, а это жесткие ребята. Опасные. По две жизни у них. Так, осталось только это. Ну, ё-моё! Мы начинаем с этой же фазы. Сейчас он снова сбросит их. Только вначале... Так. Сейчас будет сбрасывать двоих. Только не на голову, пожалуйста. Хорошо. Так. И... Пам! И сейчас сбрасывает последних. Ой-ой-ой. Да что за бред? Он каждый раз меняет траекторию, когда наносит урон. Ну, ё-моё. Ну, нелегкий босс, на самом деле. Если было 5 жизней, можно было пройти. Но 3 жизни сложно, реально. Надо тренироваться. С первого раза вот так не получается. Но золотая медаль должна быть по-любому, все равно. От этого не зависит, с какой попытки ты его побеждаешь. Золотая медаль, если всех врагов победить просто. За босса там, за все... Ой, как не пол... Ой-ой-ой, как плохо получилось. Ой, это бред какой-то. Как же мне получается того убить? Мне надо будет перепрыгивать через босса. А если он сейчас на меня побежит? Мне повезло, конечно, но... Но опасно было. О, хорошо. Раз, два, три, четыре. Так, одна жизнь. Раз, два, три и четыре. Да. О-е, золотая корона. Здесь, по-моему, никак нельзя не пройти. Ну, пройти уровень нельзя на серебре, потому что ты всех побеждаешь, тебе всегда золото дают. Ой, рванул пердак у него, как у всех хейтеров. Да-да-да, а это что, яйца... Яйца кого это? Я так и не понял, чьи яйца эти? Чьи эти яйца были? Непонятно. Ну что, вот такие вот дела. Прошел я, короче, первую главу, показал вам все как надо, золото набрал, все. Дальше мы уже пройдем эту главу. Я ее не проходил. Наверное, там босс будет нереальный на 30 уровне. Если уже на 15 уровне такой босс сложный, то на 30 это просто жесть будет. Ну что, ребята, ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь и ждите продолжения в следующем ролике. Вот, следующая глава. Всего будет, я так понимаю, 5 роликов по этой игре. Я полностью попытаюсь ее пройти. Все на золото, все как надо. Может быть, есть какие-то секретные бонусные уровни, если пройти все на золото. Вот такие дела. Спасибо, что смотрели, ребята. Всем пока.